Сегодня на обед судак в духовке. Нам понадобится судак около 1 килограмма, специи, можно такие как тимьян, орегано, чеснок, оливковое масло нам понадобится, сметана, лимон для подачи, соль, перец. Филе судака промыли, просушили и теперь нарезаем на порционные кусочки. Добавляем морскую соль, черный молотый перец, а также добавляем тимьян и орегано, если есть. Все тщательно перемешиваем. Далее добавляем оливковое масло, у меня в виде спрея. Добавляем, перемешиваем и выкладываем в духовку на режим гриля. Рыба у нас готова. Теперь приступим к приготовлению соуса. Для этого нам понадобится сметана, чеснок и немножко укропа. Соус хорошо перемешиваем и подаем к столу. Обязательно приготовьте по этому рецепту. Это очень вкусно. Приятного вам аппетита!